Технология выборов, мифы, связанные с ними, и их роль в современном мире. Об этом и многом другом президент Центра политического обучения и консультирования Олег Кудинов рассказал на лекции. Она прошла в рамках партийного проекта «Единой России» и «Гражданский университет». Гражданский университет – федеральный проект, нацеленный на теоретическую и практическую подготовку заинтересованной молодежи, гражданских активистов и членов партии «Единая Россия». Лекция – это только одна из форм просвещения граждан. Для молодежи мы проводим практические занятия, связанные с непосредственным посещением органов государственных структур. Мы уже были в Совете Федерации, в Московской областной думе. При посещении данных экскурсий на практике молодые люди узнают, как устроена данная структура власти, как организуется работа, кем она организуется. Чтобы разбираться в системе выборов и в целом понимать политическую ситуацию, необходимо начать с изучения элементарных вещей, отметил Олег Кудинов. Перед началом лекции он изучил аудиторию, чтобы обозначить основные темы для разговора. Будем переходить к технологиям, к неким вариантам, к неким сложным вещам, которые иногда приходится решать во время выборов. Но главные точки отметим те, которые обычно уходят из поле зрения людей, которые первый раз на выборах и все прочее. Одна из задач гражданского университета – стать звеном во взаимодействии местной власти и общественных движений. Повысить свой уровень знаний и поучаствовать в дискуссии пришли представители молодой гвардии городского округа Люберцы. Для молодежи это очень важно – участвовать в выборах, потому что именно наше поколение в будущем будет решать какие-то глобальные вопросы. И если сейчас они научатся тому, что это будет важно в будущем, то всегда это будет хорошо. Лекция «Технология выборов» вызвала бурное обсуждение. В рамках нее одни развеяли для себя мифы, другие прояснили волнующие вопросы. Но главное, что благодаря подобным мероприятиям повышается понимание людей такой, казалось бы, простой, но в то же время сложной темы выборов в России. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.